Привет. Лау. Чё хотел? Чё пришёл? Какой грузовик, блин? Том, топ ван, лау. Thank you. Приват 2000 тут. Телеграм за 3,5. Лосина. Нет, по-моему, даже нет, не надеваю. Я не помню, у меня есть лосины или нет, но я последний раз надевала, вообще не помню, когда. Давно. Зачем мне лосины? Я хожу в основном в шортах. Вот, и юбки я даже редко ношу. Вот, у меня платья еще есть разные. Спасибо. Ребят, сделайте мне волшебное доброе утро сегодня. Просто чтобы я сидела. Задарите мне, сделайте мне настроение на весь день. Я вас очень прошу. Мне это очень нужно. Ну, я и так настроение делаю, это во-первых. Ну, типа, пока что у меня такая трансляция. Если ты был на моих трансляциях раньше, по-моему, я очень хорошее настроение делаю всегда. Ты чё, сидела? Ага, конечно. На зоне с черным дельфином, блин. Hello. Спасибо. Hello. Thank you. Еще и куришь. Ой, какой ужас. И вообще-то я не курю, а парю. Вот, это во-первых. А во-вторых, это по настроению. Понятно?
Добре утро. Зачем мне снимать? Вот сам подумал. Ну, вот в привате могу постанать. Активити. Ой, мне вообще прекрасно. Я недавно проснулась, я лежу, отдыхаю. Я вчера так натусилась, я пришла домой в 3 часа. Вот. Точнее, я легла спать в 3 часа. Вот. Пришла-то я раньше. Но суть-то не меняется, грубо говоря. Проснулась я сегодня в 9. А спрашивается, нафига я проснулась? Это уже другой вопрос. Привет! Дела прекрасно. А дел у меня еще пока никаких не было. Я себе только чай заварить успела и все. А настроение у меня вообще шикарное. Сегодня будет такой день. Да не буду я стонать, Альберт, успокойся. Не хочется мне. Зачем вам все эти стоны, я не понимаю. Чуть-чуть. Я думаю, может, маечку какую-нибудь надеть ей. И. Да? А у вас как настроение? Чего интересного? Ой, блин, помогите мне проснуться. Я еще сонная. Да не буду я стонать, Альберт. Ну, вот постанаю, что дальше? Что дальше? Привет. Вот именно, что не очень. Дорогой приват, чего ты решил? Приват, да. Приват, вот. Макар Макаров. О, май. В рублях? Не знаю. Это смотря сколько ты купишь. Типа, за сколько ты купишь донаты. Ну, эти, блин, рубинчики. Хорошая фигура. Это где? Я дома сплю. В постели лежу. Отдыхаю. У меня релакс FM нафиг. Я сегодня не первый день тут. Нет. Я тут уже, наверное, неделю, чуть больше недели. Ну, это надо у специального человека покупать. Follow me.
Thank you. Oh, thank you very much. Спасибо большое, дорогой. Да, этот мне бабушка подарила перстень, а это мне мама подарила на 18-летие. Да, на 18-летие. И вот я их ношу. Мне прям так нравится, знаете, вот когда носишь украшения и с ними комфортно, вот типа как будто, не знаю, как будто ты часть себя вот тут в них оставляешь, вот потом, когда снимаешь, чего-то не хватает. Вот у меня все настолько, настолько. Like me. Thank you very much. Thank you. My life. Спасибо. Спасибо. Спасибо за подарочки, дорогие. Твоя что? Твоя грудная клетка. Моя грудная клетка. Это да. Это да. Good morning, guys. А еще я смотрю фильмец по СТС, идет про девочку, у которой был лев свой, домашний. Боюсь, да не бойся, они добрые, типа, и особо не кусаются. Так и сильно разозлить только. Могут цапнуть пару раз.